Друзья, всем привет! Сегодня я хочу вам рассказать, как скачать обложку с чужого видео, так как я столкнулся с такой масштабной проблемой. Я снимал видеоряд, и та картинка, которую я хотел установить, я ее случайно удалил. И здесь меня настиг вопрос, как же это долго опять делать, так как у меня видео уже было загружено, но остальные части не были загружены. И там просто нужно было в картинке поменять число. То есть там вторая часть, третья часть. И я столкнулся вот с этой проблемой, как же ее скачать из YouTube. Есть очень много смыслов, как ее достать, но я нашел самый простой. Конечно, там можно было заморочиться через код страницы, типа на белом фоне там клацаешь правой кнопкой мышки в любом браузере и смотришь это все. Но это очень нудно и долго. Я нашел расширение, называется оно YouTube Thumbnail Preview. Ссылочку вы найдете в описании, и я покажу, как это работает. У меня уже это все установлено, вы устанавливаете в Google Chrome. Вот, допустим, мое видео, да? Что нужно сделать? Вот это расширение. Мы просто нажимаем на него, и у нас высвечивается моя картинка. Нажимаем еще раз, вот она, правая кнопка мыши, сохранить картинку как. Вуаля, у вас картинка будет на вашем компьютере. Ставь лайк, праздниками вас, которые уже, правда, прошли, но здоровья и всем удачи. Пока! Легко быть богом.